Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах у цій годині ми спілкуємося з юридичних питань. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-63-37. І сьогодні у нас в студії гість Кирило Нехімчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Кирило. Добрий день. У нас є інформаційний, власне, привід для спілкування сьогодні. Тільки ви повернулися з відрядження по країнах Прибалтики. Це Естонія, Латвія, Літва. Їздили з певною метою, так, ознайомчою метою. Сьогодні поговоримо про це більш детально. Про електронний нотаріус, да? Система електронний нотаріус. Ну, давайте, хто ініціював поїздку, яка мета була цієї поїздки? Ну, поїздка була ініційована Нотаріальною палатою України. Делегація состояла з двох чоловік. Це президент Нотаріальної палати України Марченко Владимир. І я, як представитель Совета Нотаріальної палати України. Вот, вдвоем ми осуществляли цю командировку. Три дня, троє суток, три страны Балтії, Естонія, Литва, Латвія, і изучение їх передового опыта в сфері внедрення інформаційних технологій в обслуживание государственных реєстрів, в нотаріальну сферу, вот, взаємозв'язь этих государственных реєстрів і создание, собственно говоря, такого комплекса информационного с основной целью – это переведение, перевод всех услуг, которые в большинстве своем у них до этого тоже предоставлялись в бумажном виде, вот, в электронный формат, в цифровой формат. Ну, что дает определенный эффект. Ну, власне, чим нас зацікавила ця система електронний нотаріус, яка, скільки років вона вже там впроваджується, наскільки вона вже відрегульована? Ну, начали они внедрение этой системы еще в нулевых годах, все в разное время, кто-то там чуть раньше, кто-то позже, в основном в 2002, 2003, 2004 году они начали внедрение этой системы. Вот. Цель была в объединить нотариальную информацию с информацией из других источников государственных, то есть с земельным кадастром, с налоговым реестром, с демографическим реестром, то есть увязать все эти информационные системы в одну базу для удобства пользования, для сохранности информации, для защиты информации. Ну вот они прошли определенный путь на протяжении больше чем 10 лет. И сейчас во всех трех странах с небольшими вариациями. Я, власне, хочу показать, как выглядит, да, система электронного нотариуса. Вот это на примере файлов, эстонской. Да. Вот эстонская система построена по такому принципу. Вот. Она уже работает, она полноценная, взаимодействие налажено между всеми реестрами. В зависимости от реестра это взаимодействие может быть двухстороннее, то есть нотариус может оттуда как получать информацию, так и вносить. Либо, если этот реестр не видоизменяется в связи с нотариальными действиями, то взаимодействие одностороннее, нотариус оттуда только получает информацию, либо только меняет там информацию. От я бачу, для ознайомлення вам предоставили такі пам'ятки. Около 60 нотаріальних контор, 100 нотаріусів і 500 других пользователей. Угу. Всі можуть використовувати цю, да, інформацію, да? І самим большим достиженням, которое у них в результаті всього этого произошло, это, я считаю, внедрение личного кабинета налогоплательщика или гражданина. Так вот, інші користувачі. Інші користувачі. Это обычные граждане, каждый из которых может на портале нотариальном создать свой личный кабинет, через который получать информацию абсолютно ко всем государственным реестрам. В той части, которая касается его лично. То есть он может посмотреть, когда и что он продавал. В каком году купил, в каком продал, сколько лет владел недвижимостью, какие он за это время уплатил налоги по этой недвижимости, когда и какие доверенности заявления он выдавал, когда и где у какого нотариуса он оформлял наследство и так далее. Простейший пример, что это дает. Мы все знаем, что буквально вот неделю назад, да, закончилась у нас грандиозная эпопея под названием Е-декларирование.
И все знаем, с каким трудом приходилось людям, субъектам Е-декларирования, получать эту информацию. Я сам свидетель этого. То есть люди бегали по нотариусам, по БТИ, органам местной власти, поднимали старую архивную информацию, где какие участочки получали, какой площадью. Выясняли быстро стоимость этого всего, потому что эти всю информацию нужно было внести в Е-декларацию. При наличии вот той системы, что вы показали, или подобной, это все ограничивается одним компьютерным рабочим местом. То есть ты заходишь в свой личный кабинет, и всю необходимую информацию для заполнения Е-декларации ты получаешь онлайн, не выходя из дома. Сидеть, да, и можуть отримати частью. Необходимым элементом этой системы является вот этот вот документ под названием ID-картка. У них она в Эстонии, в частности, реализована уже. Это документ, содержащий электронную цифровую подпись, вот, позволяющий в том числе дистанционно совершать нотариальные действия. Как и в нашей стране, в странах Балтии, они, кстати, любят себя называть странами Балтии, а не Прибалтики. Балтии, да. Да, это такая вот у них, как в Украине, а не на Украине, точно так же у них в странах Балтии. Вот. Достаточно большое количество граждан уехало, находится на работе в других странах, и за океаном, и в Европе. И они стараются, чтобы эти граждане не теряли связь с родиной, и нотариальные действия и другие действия осуществляли через их эстонские, к примеру, учреждения. Поэтому с помощью этой ID-картки в удаленном режиме по Skype-конференции человек может обратиться к нотариусу, подписать электронный документ электронной цифровой подписью, и этот документ будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Тобто не обов'язково особисто звертатися, приїжджати, приходити до нотаріуса. Все це можна зробити на відстані, за допомогою електронного. Более того, у них вже следующий шаг зроблен. К нотаріусу взагалі можна прийти без єдиного документа. За счет того, что у них уже сформирован полностью демографический реестр, да, то, что у нас сейчас только идет процесс, и туда собрана вся возможная информация, человек может просто прийти к нотариусу и сказать, я забыл документы, или они в другом городе, или еще где-то. Установите мою личность с помощью демографического реестра. Меня зовут Иван Иванович. Нотариус заходит в этот демографический реестр через свой электронный портал нотариус, вводит в строку поиска Иванов Иван Иванович, там, к примеру, определилось энное количество человек. Он выясняет у клиента число, месяц, год рождения, еще какие-то данные. И в результате высвечивается информация на одного человека какого-то. Путем опроса, задавая ему вопросы, на которые ответ может дать только человек лично и никто другой. Где вы были прописаны в этом году? Когда родились ваши дети, когда родились ваши родители и какие-то еще вещи, когда вы первый раз вступили в брак, когда вы там второй раз вступили в брак. То есть, задавая вот такие вопросы, нотариус имеет право установить личность без единого документа. Государство исходит из того, что оно, во-первых, доверяет компетенции нотариуса, что у него не возникнет никаких сомнений. Во-вторых, что если человек ответил на десяток вопросов, касающихся его личной жизни и данные, которые никто, кроме него... И нигде не помылився, и ничего не забыл. Да, нигде не ошибся, ничего не забыл, то с вероятностью там в 100% это именно та личность. И дальше нотариус работает с ним. Я дивлюсь по запитах і по роках. З 2004-2006 року впроваджується ця система в країнах Балтії. Якщо 2006 рік 498 тисяч запитів, то, власне, дивимося, 2014 рік 7 мільйонів. Для чого? Ні, не так не запитаю. Що, власне, які позитивні риси, що змінилося за ці роки в обслуговуванні клієнтів, ну, нотаріальні системи? Во-первых, значительно сокращається время обслуживания каждого клієнта. Тобто у нас сейчас время цифрових технологій і, по суті діла, время – самый дорогой ресурс
все экономят время, поэтому в 2-3 раза сокращение времени на нотариальное обслуживание, это уже деньги, сэкономленные человеком, он может в это время их зарабатывать где-то. Сокращение времени на сбор документов, то есть ни один нотариус, ни одного клиента не отправляет никуда, ни за какими справками вообще. То есть человек пришел к нотариусу и отримал всю информацию, которую нужно, нотариус может получить, не выходя из-за своего компьютера. Про недвижимость, про запреты, про ипотеки, про техническую характеристику объекта, про землю, про все абсолютно. Про семейное положение, наличие брачного контракта, абсолютно всю информацию нотариус получает, не отправляя человека вообще. Вот. В зависимости от вида нотариального действия формируется запрос на получение информации из тех или других реестров, и после этого клиенту совершается нотариальное действие. То есть экономия времени на самом нотариальном действии, на его подготовке, минимизация ошибок, то есть когда эта информация уже внесена, несколько раз проверена. Вот. Нотариус, заполняя шаблон, электронный шаблон нотариального акта, указывая там адрес, к примеру, улица Северная, 12, нажимает «Ввод», и из другого реестра, из реестра зданий и сооружений, подтягивается информация в этот нотариальный акт о здании, которое находится по адресу Северная, 12. Нотариус руками не перенабирает техническую характеристику, коридор площадью такой-то, там кухня площадью такой-то, уменьшается вероятность глупой технической ошибки. Соответственно, чем меньше времени нотариус тратит на конкретного клиента и чем меньше вероятность ошибок, соответственно, нотариальное действие стоит дешевле. Угу. Вот, потому что есть возможность больше клиентов принять. В электронном виде фиксируется цена. На эту цену сразу же начисляются, опять же, автоматически налоги, платежки. Плюс эта цена идет в базу данных недвижимости, что опять же защищает от несправедливых сделок. То есть никто не позволит себе, да и не сможет, к примеру, продать квартиру там, в центре Таллина стоимостью 200 тысяч евро за 20 тысяч евро. Как бы ни старался. Но это будет полнейшей глупостью, потому что цена опубликуется в реестре, и компетентные органы придут и зададут вопросы. Тебя заставили, тебя принудили, или ты хотел скрыться от налогов. Ну, соответственно, зададут вопросы, исходя из ситуации. То есть, эта цена несправедливая, она однозначно сразу же вызовет вопросы. Человека нельзя будет запугать, шантажировать, задурить ему голову, вот, привести, и чтобы он продал квартиру там за 20 тысяч. Таким чином є мінімізація ризику афер. Так точно, так точно. В конечном итоге это идет окультуривание рынка недвижимости и защита собственности, потому что человека уже помимо его воли, даже если его каким-то образом зомбировали, говоря таким популярным термином, да, вот, и он пришел к нотариусу и подписал сделку по такой цене, то она не канет в лету и не исчезнет, и не нужно будет там родственникам потом спустя несколько лет бегать и доказывать, что это было несправедливо, что его одурманили, напоили или еще что-то. Само по себе появление в череде сделок стоимостью 500 000 цены 20 тысяч за аналогичный объект недвижимости сразу же вызовет вопрос. Ну и нотариус не пропустит такую сделку просто-напросто. Коли почала впроваджуватися ця система електронного нотаріусу у країнах Балтії, вони також, напевно, запозичили, да, цю систему? Да. Звідки йде вона? Де вона була побудована? Они не то чтобы заняли ее, они вовремя начали это делать параллельно с вступлением в цифровую эпоху всего развитого человечества и Европы в том числе. Вот. Они одновременно с ними. И нужно отдать должное, что в 2000-х годах Украина тоже одновременно со всеми создавала элементы этой системы. То есть у нас
С конца 90-х уже тоже начали создаваться отдельные элементы этой системы. У нас был единый реестр запретов и арестов, реестр доверенностей, бланков, нотариусов, наследственный реестр, реестр правочинов, то есть сделок, реестр прав собственности на недвижимое имущество. Сейчас государственный реестр вечных прав, державный государственный земельный кадастр. Плюс и положительный, отличительный от нас опыт стран Балтии, там изначально концептуально поняли, что все эти реестры должны быть объединены в одну информационную сеть. У нас они, по сути дела, тоже есть все. Написанные в разное mm-hmm. время, на разных платформах, разными информационно-айтишными учреждениями, и государственными, и частными. Но они все созданы по разной технологии, на разных платформах, и взаимодействие между ними в результате осуществляется очень плохо. Вот основное достижение балтийских стран, у них налажена информационная взаимосвязь между этими реестрами. То есть в нулевых годах они сделали то же самое, что и мы, посоздавали эти реестры. Украине, так? Да, но за десятые годы, вот с 2010 по сегодняшний день, они их всех объединили по-разному. Там есть система, когда они их объединили путем налаживания взаимодействия между каждым реестром друг другом. В Эстонии X-Drive шина, как они ее называют, то есть создан такой информационный проспект, к которому подсоединен каждый отдельный реестр. Вот, по определенному стандартизированному протоколу. И обмен информацией идет через вот этот вот большой проспект. Информация ходит от одного реестра к другому. Вот. У нас, к сожалению, в 2010-х годах этого сделано не было. Это был следующий логичный шаг. Но вот объединение, да? 2007 год, а у нас все эти реестры до сих пор... Да, 17, все эти реестры названные, у нас их много, десятка-полтора, наверное, в стране, они все абсолютно отдельные. І все вони начебто доречні, так? Да. Вони нормально відпрацьовані, написані. Каждый в отдельности, да. Но взаимодействия нету. В итоге для того, чтобы человеку что-то сделать, ему нужно обращаться в каждое ведомство окремо. И получать оттуда бумажную и распечатку или в электронном виде там на флешку или на электронную почту информацию из этого конкретного реестра. Ведутся работы, допустим, Министерство юстиции уже сделало свои реестры доступные онлайн, но они опять же такие отдельные. Ты заходишь в свой личный кабинет на сайте Минюста, создаешь, и там есть перечень реестра, ты можешь получить оттуда информацию. То есть это полшага такого тоже к пользователю. Они еще не объединены, но к ним уже есть онлайн доступ. Не нужно идти никуда и просить справочку. Вот цими реестрами окремо користуються так люди сьогодні активно? Знають вони про них? Ну, в рамках е-декларирования пользовались очень активно. Это, наверное, основное мероприятие, которое сподвигло наших людей узнать об этих сервисах и начать активно ими пользоваться. Потому что количество госслужащих и людей, которые попали под обязательства е-декларирования, у нас, наверное, несколько миллионов человек в стране попали под обязательность. Поэтому им всем пришлось научиться пользоваться. Наскільки охоче балтійці ділилися з вами з цією інформацією? Очень положительно, очень активно, очень открыто. Единственная информация, которой они не очень активно делились, это конкретная стоимость разработки той или иной информационной системы. Ну, что неудивительно, по всей видимости, есть какая-то коммерческая тайна. Вот. То есть они рассказывали нам, как они выбирали разработчиков, как они составляли техзадания. Вот. Но вот сколько стоила конкретно разработка той или иной программы, да, это коммерческая тайна, они ее свято блюдут. Угу. Поэтому эту информацию не раскрыли. Но для специалистов, я думаю, не является проблемой узнать, сколько стоит разработка той или иной сложности.
я думаю, що не проблема нашим вітчизняним фахівцям українським розробити. Так? Вообще не проблема, тому що наші спеціалісти в сфері IT займають там передові позиції, чуть ли не в першій п'ятерці в світі. Для них це абсолютно не є проблемою. Нужно отметить, что в странах Балтии эту всю процедуру инициировало государство вместе с нотариусами и с там, соответствующими службами на государственном уровне. То есть, если государство не ставит перед собой такую задачу, вот, то, конечно, отдельно взятые институты, там тот же нотариат. Это важный нюанс, звучит. Да, мы можем сделать на своем уровне, и мы это будем делать для удобства граждан. То есть, мы будем разрабатывать систему электронного нотариата, но если это не будет элементом государственной политики, то это останется просто программа для удобства работы нотариуса и его клиента. Как бы, если она не будет встроена во всю систему государственных реестров, то эффект от этого будет незначительный. Он будет, конечно, но он не будет иметь того эффекта, который проявился в странах Балтии. Ну, давайте, можливо, такий підсумок підіб'ємо. Що нам потрібно зробити? І, можливо, помріємо, я так кажу, з надією, коли це можна впровадити у нас? Ну, что нам необходимо сделать, это на, вот, на опыте взаимодействия, допустим, государственного реестра вещных прав и государственного земельного кадастра, который, к сожалению, не очень хорошо идет. Нам нужно однозначно объединять между собой все разрозненные государственные реестры. И делать это в первую очередь для удобства граждан. Вот, для жителей страны, вот, которое такое объединение позволит сэкономить миллионы человека часов на беготню за справками. И в результате эти человека часы сэкономленные будут направлены людьми на, соответственно, зарабатывание денег, что в целом полезно и для людей, и для экономики. Это первое. Первый экономический эффект. Второй эффект, то, что мы говорили, это защита собственности. То есть, когда одно дело изменить с помощью хакера информацию в одном конкретном реестре, это еще возможно. Когда все реестры завязаны в единую структуру, и изменение информации в одном реестре по цепочке влечет за собой изменение информации там, в 10 других реестрах, вот. Во-первых, это не пройдет незамеченным. Во-вторых, это в принципе будет невозможно. Вот. Это второй. И третье, это то, что в информационный век пора отказываться от приоритета и стопроцентного наличия бумажного носителя, потому что отсутствие нормального электронного документа оборота, вот, и вот такой хаос. Одни ведомства уже работают в электронных документах, другие ведомства еще работают с бумагами. Там у вас не принимают электронный документ, тут уже не принимают бумажный документ. То есть порождает сумасшедшие затраты времени и, ну, недовольство людей, разумеется, и нотариатом, и другими институтами. То есть должна быть стройная государственная политика, если мы идем, а другого варианта нету, мы идем в цифровой век, да, то нужно тогда выработать единые стандарты и вводить эти правила цифрового документа оборота. Собственно, что и сделано. На базе якого може управління, чи окрема структура має бути, ну, напевно, керуючий орган якийсь, чи не потрібно взагалі такого? Нет, потрібен. Лідер должен быть и объединитель, консолидатор должен быть. Я вижу, учитывая опыт внедрения этих всех систем Министерством юстиции, вот, многолетний опыт, они могут и должны, ну, стать таким лидером по объединению всех. Во всяком случае, во всех странах Балтии эта роль отведена либо Министерству юстиции, либо специальному учреждению типа Центра регистров или Центра реестров, которые занимаются вот объединением всех этих разрозненных реестров.
Я вам дякую за участь, за цю цікаву, корисну інформацію щодо відрядження по країнах Балтії. Я нагадаю, сьогодні у нас в програмі, це вас хвилює, був Кирило Нехімчук, голова відділення Нотаріальної палати України в Миколаївській області. І ми говорили про вивчення досвіду системи електронний нотаріус на базі країн Балтії. Дякую. Спасибо большое за приглашення. І вам, шановні глядачі, на все добре. До свидання.